Теперь кишиневцы смогут покупать продукцию молдавских сельхозпроизводителей на импровизированных рынках, которые появятся в каждом районе столицы. Решение об организации таких торговых точек было принято комиссией по чрезвычайным ситуациям. Каждый экономический агент будет обязан соблюдать все необходимые санитарно-гигиенические нормы. Продавцы должны быть в масках и перчатках. У каждого будут и дезинфицирующие средства. Контролировать соблюдение требований будет социально-экономический отдел каждой притуры столицы. Мелкие экономические агенты, которые без транспортных средств производители, вот они могут расположиться в этом ряду. Речь идет о нескольких агентах, потому что между ними должна быть соответствующая дистанция. Сколько эта дистанция? Около 3-4 метров между границей каждого агента. Для этого делается для того, чтобы если вдруг будет образовываться небольшая очередь, люди не стояли вплотную. Здесь уже на этом большом пятачке здесь уже могут расположиться экономические агенты вместе со своими транспортными средствами. На сегодняшний момент речь идет о реализации только того, что люди сделали сами. То есть это, как правило, фермеры, производители какой-то продукции, агрикультурной продукции. Речь идет в первую очередь, то есть 80-90% это о овощах. Мы не можем говорить, это исключается, чтобы люди реализовали апельсины, бананы. То есть перекупщиков здесь не будет, только производители собственной продукции. Но без необходимой авторизации производитель торговать не сможет. Индивидуальный предприниматель, патентщик, как правило, у них эти документы есть. Если это человек, который не имеет патента, но у него есть, например, возьмем бочой, у него земельный участок, он на нем может что-то производить. А такой соответствующий документ может выдать местные органы публичного управления. То есть местная примария может подтвердить. Этого будет, в принципе, достаточно. 15 торговых точек во всех секторах столицы будут работать с 6 утра до 2 часов дня по адресам. Сектор Ботаника, пересечение улиц Матея Мило, Дачи, пересечение улиц Индепенденции, Трояна, Кузовода, 30/1 и Мунчерское шоссе, 170. Центр, улица Гренобля, 165/4, Николая Тестемитяну, 13, Измайловская, 90 и Хинчерское шоссе, 86. В секторе Рожкановка, улица Мирон Костин, 13/1 и Андрея Доги, 33. Чеканы, Волонтарилор, 15. Буйканы, улица Анисифа Рагибу, 9, Каля Ешелур, 61/2 и Каля Ешелур, 11. Илона Ведрашко, Евгений Гуменюк, Акчен ТВ.